Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать о том, какую нержавеющую сталь необходимо применять и где. Сегодня на рынке вы можете встретить такие сплавы, как 201, 304, 316, 321 и 430. 201 сталь мы рекомендуем использовать только в сухих помещениях, без использования реагентов. 304 сталь – это интерьерная сталь, чаще всего используется там, где очень редко бывает влага и очень редко бывают реагенты. 316 сталь – это экстерьерная сталь, которая может на улице находиться долгое время под реагентами и под дождем. 321 сталь – это кислотостойкая, вообще самая лучшая, наверное. И 430 сталь – это жаропрочная, но плохо относящаяся к реагентам. Используйте наши советы, не совершайте ошибок. До новых встреч!